Дарья Волк приехала в Самару в гости из Челябинска. Театром увлекается с детства, поэтому субботний вечер девушка решила провести в камерной сцене. Я хочу насладиться искусством, я хочу уйти с настроением именно вот этого ощущения слез на глазах от счастья. Я очень люблю театр, я очень люблю все, что связано с театром. Очень люблю, я вообще актриса по образованию сама. Вот, поэтому хочется, конечно, какого-то вдохновения, творческого подъема, хочется насладиться игрой актеров. 23 сентября в театре драмы «Камерная сцена» начался 30-й юбилейный сезон. Открылся он постановкой по пьесе советского прозаика и драматурга Александра Вампилова прошлым летом в Чулимске. А сейчас штука, декорации не упали, актеры не забыли роли, не случилась какая-то катастрофа. Надо обязательно, чтобы вы сказали ни пуха, ни пера, а мы невежливо ответили. Спектакль рождается в тот момент, когда его первый раз смотрит зритель. И мы видим его тоже глазами зрителя. При жизни Александр Вампилов, как драматург, не был востребован. За два дня до своего 35-летия он трагически погиб у берегов Байкала. После его смерти режиссеры театров буквально выстроились в очередь, чтобы поставить спектакли по его произведениям. Пьесы играли на сценах театров имени Ермолова и Станиславского и в Ленинградском Большом драматическом театре. Мы в прошлом году в юбилейном для Александра Вампилова, ему 85 лет было, поставили спектакль по маленькой-маленькой его пьеске «20 минут с ангелом», но нам не хватило общения с Вампиловым, поэтому мы в этом году взяли его последнюю пьесу прошлым летом в Чулимске. Жанр спектакля «Прошлым летом в Чулимске» театр обозначил как летнее наваждение. На сцене один день из жизни маленького таежного городка. Все герои влюблены друг в друга. Никто не хочет верить, что все пройдет и ничего не повторится. Ни первая любовь, ни эпоха начала 70-х. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев. События.